Если вы решили посетить строительную выставку, значит, вы что-то надумали. Или же ремонт, или же постройку собственного жилища. Наши следующие минуты мы посвятим окнам. Да-да, окна играют главную роль в вашем доме. И мы пришли к стенду, который представляет старейшую фирму по производству окон. Эта фирма называется «Арутек». Какой секрет успеха у вас? Как так получается, что в течение 20 лет вы лидируете на рынке? Секрета на самом деле нету. Наверное, за все это время мы делали меньшее количество ошибок, чем наши конкуренты. И главное, наверное, это то, что мы парим от окна. Поэтому мы остаемся и будем на рынке. Что делать тем вашим клиентам, которые поставили ваши окна 20 лет назад? Нужно ли их менять? Наверное, я сейчас скажу страшную вещь. По крайней мере, другие вам владельцы компании этого не скажут. Я думаю, их не стоит менять в одном случае, если они вам до сих пор служат, а по испытаниям и в течение 20 лет с пластиком не должно происходить никаких химических изменений. Но если вы затеяли какой-то ремонт или что-то новое хотите привнести в свою квартиру, то технологии за эти 20 лет изменились так, что сейчас, сегодня, окна делают уже в два раза теплее, чем раньше. И уж если вы начали разводить грязь в своей квартире, ну, потратьте несколько сотен евро для того, чтобы поставить новые окна. Я знаю, что вы хотите похвастаться своими новинками. Ну, похвастаться – это слово такое очень сильное, но очень точное. Поэтому начнем не то, что я расскажу вам, а вы уже сами поймете, насколько это хвастовство или это соответствует действительности. На самом деле, я могу похвастаться только тем, что все, что происходит на рынке новое, оно появляется в первую очередь у нас, потому что мы очень внимательно следим за всеми тенденциями. И первая тенденция – это то, что люди хотят видеть как больше стекла и как можно меньше раму. В этом смысле для этого мы имеем новый продукт, называется «Кубус», который, глядя на который, вы обратите внимание, вы не видите в нем традиционную створку, которая бы загораживала стекло. А его конструкция такова, что створка спрятана прямо внутрь рамы, и тем самым у вас остается впечатление полного открытого проема. Такая система производится только компанией, профильной компанией «Геолан», и мы ее, как оконный производитель, также производим для наших клиентов. Это не дешевая система, это премиум плюс, но это очень оригинальная и очень красивая система для тех, кто, ну, в первую очередь, строит частный дом для себя. Для частных домов я также порекомендовал для людей, которые умеют считать деньги, ПВЦ-двери. Они не так развиты на нашем рынке, потому что традиционно все-таки используется дерево. Но я скажу два аргумента в пользу этих систем. Первый аргумент – это то, что они в среднем на 30% дешевле, чем деревянные. И второй аргумент в том, что система запирания в этих дверей такая, что дверь прижимается к раме по всему периметру, в отличие от деревянных дверей, и тем самым обеспечивает лучшие характеристики. Еще одна новинка, которую мы представляем в этом году, это окна Lumax. Разница по сравнению с традиционными окнами в том, что створка выходит намного меньше, чем у традиционного окна. И это позволяет вам увеличить размер стекла и сделать в комнате больше света и больше остекления. И теперь я готов рассказать вам о новинке, которая затмит все остальные новинки, о которых я рассказывал. Это раздвижная дверь. В отличие от других, которые у нас представлены 6 штук на выставке и которые мы тоже производим, эта дверь, названием ее Smoovio, включает в себя все плюсы предыдущих дверей. А вообще бизнес двери делится на подъемно-раздвижную и параллельно-раздвижные двери. Эта дверь Smoovio включает в себя механизм, который использует все технологии и подъемных, и раздвижных систем. Особенность ее заключается в том, что она не только двигается на роликах, но и дожимается, тем самым обеспечивает хороший прижим всей двери к поверхности рамы. Я для примера вам покажу еще дверь HST, так называемая. Это подъемно-раздвижная дверь. Она поднимается и на роликах отодвигается. Ее особенность по отношению к другим дверям, что размер ее может достигать 6 метров.
6 метров – это у многих длина комнаты в доме или в квартире, неважно. То есть практически вся стена у вас может быть стеклянная. Это, ну, большой дизайнерский шаг в современном строительстве. И, как вы знаете, цвет рам может быть сегодня уже практически любым. Но вы скорее знаете, что можно сделать с помощью пленок. А у нас и у фирмы «Геолан», которая производит эти профили, есть еще акрил. И это эксклюзив, это есть только у нас и у «Геолан». Если у вас еще остались какие-либо вопросы по выбору окон, тогда заходите на официальную страничку фирмы «Арутек». Там много дополнительной информации, касающейся этой темы.